Здорово, друзья, здорово, дядя Сереж, с вами. Давненько я не выходил в эфир. Как вам мои шары? Как звучит, да? Дядя Сереж, на шары. Ну, как дела? Че у вас хорошего? Вот вам щелчочек. Вот вам банка. Че хорошего у вас? Дядя Сережа показывает опять шары свои в режиме онлайн. Принялся за старое. Чего хорошего у вас, чего хорошего? Как вам мои волосы? Отрастают? Отросли уже. Красавину иди, куда, где я смотреть? Чего мне на ней смотреть? Так. Да, друзья, я в России. Петербург. Привет, Украина. На 10 минуточек вышел потрещать. Надо подстричь сходить. Правда, куда-нибудь. Еще не знаю куда. Сбреем по бокам чего-нибудь. Здорово, Крым. Здорово, друзья. Чего у вас хорошего? Расскажите мне, лицо какое-то опухшее. А то глаза голубые. Здрасте. В Тай пока не собираюсь. ПКТ сейчас идет, скоро надо сдавать анализы. И посмотреть, что там интересного в них мне покажут. Как, кстати, качество? Нормально? Сейчас самый пик. Все придут с работы и будут... И будут там смотреть, короче. Так, чё-то у нас. Так, ты гей, увы, нет. Здрасте. Ишанькин Кэмп под вопросом. Он 16-го вроде бы числа или 17-го. Это, увы, не обрал. Не знаю, как там погода. По онлайну консультирую, все так же. Все так же. Ничего не меняется. Пишу программы. Он... Ой. Всякие там у меня схемы, блин, хренемы. Я актер. И жизнь игра. Где-то это я слышал. Тупой качок где-то это слышал. По Таиланду пока не скучаю. Там жарко. Мне вот как-то покомфортнее не потеть. Сидеть за компом и не потеть, не вонять. Если нужна программа, напишите мне ВКонтакте. Так. Написали, что вы тупой качок. Так а что, я такой есть. Георгий на Бали остался. Даша занимается. Скоро придет. Вадян, походу, все время вещает. Жаухин. Курево. Вредная тема. Турниров ни на какие не собираюсь, но буду, наверное, на чемпионате Питера, России, может быть, еще где-то посмотрю. Пскова. Чемпионатик. Спасибо, друзьям. Проекты какие-нибудь непонятно, но все может быть. Никогда не отвечаешь. Вот я ответил тебе, мой друг. По городам России, может быть, тоже поеду. Пока еще. Не знаю. Так. Чемпионат Пскова выступать я не буду. Я, если буду, то только смотреть. С Машкой. Трансляция с Машкой. Какой Машкой? Не знаю. Даш, привет. И приезжай домой. Заходи уже домой. В конце концов. Будем играть в интеллектуальные игры.
И разгадывать, друзья, давайте с вами поиграем немножечко. Я вам сейчас задам вопрос. Александр Гладков это композитор, автор оперы «Поднятая целина». Либо это драматург, автор пьесы «Давным-давно». Либо это художник, автор триптиха «Алые подснежники Родины». Так, ну-ка, ну-ка, быстрее, быстрее. Композитор, композитор, сын Гладкова. Это просто очень круто. Композитор, второй вариант. Второй вариант, и это верно. Это верно, это драматург, автор пьесы «Давным-давно». Даша у нас выигрывает «Поцелуй». Так, давайте еще один вопрос вам зададим. Да? Вам же интересно на вопросы мне поотвечать. Антонио Гауди и Корнет. Это испанский архитектор. Да? Я что-то думаю, что испанский архитектор. Португальский мореплаватель, открывший Галапагосские острова. Не знаю, так сказал, не так. А итальянский скрипичный мастер 17 века. Архитектор. Я вот тоже думаю, что архитектор. Потому что я был в Испании и видел эти дома Гауди. Но сейчас мы разгадаем. Оп, это испанский архитектор. Дядя Сережа выиграл. Дядя Сережа красавчик, красавчик. У меня даже есть селфи на фоне этих прекрасных домов. Ну давайте еще третий. Да, собор там строится. И такие, да, домик в виде черепов очень красивый был. В центре Барселоны. Так, и третий вопрос. Третий вопрос. Вы готовы, друзья? Тут-тут-тут. Уже 200 лет строится, да, все верно. Скоро вроде достроят уже. А, Гастон Галифе. Это французский модельер, французский генерал кавалерии или французский художник-импрессионист? Так, модные штаны. Третий генерал, модельер. Второе, второе, генерал. Хай. Второе, второе. Импрессионист. Ты немножечко не так написал, с ошибкой, как обычно. Так, генерал, последнее. И это французский генерал кавалерии, друзья. Второй был ответ. Ну ладно, я надеюсь, я вам рассказал что-нибудь интересное. Вы стали чуть-чуть умнее, может быть, чуточку. Может быть, немножечко мозгов появилось в вашей башке. Вы просветились и будете умнее немножечко, и будете, можете рассказать в какой-нибудь беседе, может быть, с какой-нибудь очень красивой девушкой, и рассказать, а ты знаешь, что такое Антонио Гауди и Корнет? Она, я тупая, ты ей скажешь, это испанский архитектор. А, так, ну ладно. Ну давайте, 5 вопросов, и буду работать дальше. Ну, чисто руки такие мозолистые. Это все от штанги. Это все от тяжелых тренировок. Вот банка. Вот банка, видали? Это не просто так. Так, ладно, ладно. Так, работаю, пишу программы, консультирую, бложу, продаю рекламу на своем канале, на Инстаграме. Так, что еще? Что еще? В Питере примерно 0 градусов светит. Прекрасное для Питера это очень редкое явление. Что-то не показывает голубое небо. Ну, короче, небо голубое и закат идет. Практически как в Таиланде, только на 30 градусов поменьше. А так мне, в принципе, очень нравится. Сухенько, хорошо, не жарко. Не жарко и не холодно. Не замерзаем. Так, че еще, че еще? Пачуля не могла не ответить. Пачуля, я тебе написал ВКонтакте, кстати. Скинул тебе этот квесты. Поглядим. Так, че еще, че еще? Сланцы пока не собираюсь. Сланцы пока не собираюсь. Че еще, че еще? А, ты ответил? У меня просто там сообщение штук 100, надо их разгребсти. Здравствуйте с Пхукета.
О, что-то там Катерина какую-то гадость написала. Ну ладно, сгорит в аду. Сука! Ой, ладно, шучу. Шутка, как этот говорил тренер какой-то. Нет, Даша меня не бьет. А я ее бью. Так. Тренирую уже 11-й год. Вес 107 килограмм. Ну и чё еще? Чё еще? Так. Видос на Ютубе надо монтировать. Сейчас начнем. Почему я тренируюсь, но не худею? Потому что нет дефицита калорий. Думаю так. Потому что ты много жрешь. И будешь жреть. Так, Германия на ФИБА, увы, наверное, вряд ли. Хотя, не знаю, все может быть. Так. Оп, кто-то пришел. Ну ладно, друзья, давайте завяжем с вами разговаривать. Всем пока.